Ребят, мы засняли все на этом споте, я сделал этот мэнул и мэнул на бар и фингер с фибла. Это было жестко. Мэнул вообще страшно, потому что там вода, очень много воды, я не хотел упасть. Ну, блин, он довольно-таки длинный. Под конец вообще дроп нормальный такой, сколько? 1.50 точно. И флэр назад, давай. Давай, флэр. Тупо оба зафейлили. Ты видел? Знаешь что, я боюсь типа зацепить об руль. А не, я не боюсь. Да блин, я когда приседаю, я боюсь стеклом ударить. Да. Что-то хотел загадать. Трешку их на бар попробуй. Давай. Мне просто запрыгнуть. Не чувствую. Сейчас прочувствую и сделаю. Сейчас, еще скоро уже чувствую это. Чувствую айспик. Дышу ему в спину. Не, я хочу айспик теперь. Начал чувствовать, вот смотри. Вот так. Блин. Я тоже запрыгиваю, но стрёмно. Да, я боюсь как-то, блин, я даже не знаю, чего я боюсь упасть. Боюсь, что соскользнет и на жопу упаду. А я не на жопу, я боюсь коленкой, как не телеть. Ну, типа вот на жопу, на край. Ну, может быть, да. Почувствовал. Опа, фибл на пятеру. Сейчас все будет. Вроде нормально. Никита сделал фронтборд, теперь я тоже сделаю фронтборд. А карась не может фронтборд. Фух, вздыхалочка по двое. Да блин.
Я чуть не умер, сейчас это жесть. Так страшно было. Этот человек очень много поснимал, то есть, если хотите, подпишитесь на его инсту. Какая идея. Как ваши ощущения? Старика избивал. Спасибо оператору. Подпишитесь на него в инсте. А теперь меня снимать что-то. Иду в гараж, потому что у меня сломались подшипники. Сейчас покажу. Вот. Это жесть. Просто вывалились. У меня есть другие колеса. Вот эти. Но я не хочу их ставить, потому что они новые пока. Вытащу из них подшипники и поставлю в эти. Как раз на видос покажу вам, как правильно ставить подшипники. Ребят, ко мне приехал Димас. Он, короче, да, рассказывай, как ты приехал. Короче, я сидел дома, кушал хлопья, значит. Это было время 10... 5, сколько нет? Минут 10, 15... Минут 5, 10, 5, 4, 5. 10, 50. Я сижу такой, что-то кушаю, кушаю, смотрю видос. Думаю, блин, классная погода в Нарве. Алло, Вова, буду через 2 часа, жди. И все, я приехал, я здесь. Можно даже чисто плей. Моментом сразу. Вот я руль закручиваю, погнали. Да давай. Я тоже буду. Чисто... Можно поснимать. Давай чисто плей. Я без разогрева, без ничего. Я даже... Короче, мы пришли в парк. На скуте не катал. Вот, привет, Ян. Я твой инсту оставлю. Раз, два, три. Стоп, дайте я с вами. Заново. Раз, два, три. Раз, два, три. Мофлту. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты первый. Давай. Ой. Когда ни в 5 месяцев не катал. Да. Мы начинаем с лайтов. Ну, типа того. Ну, давайте по лайтам начнем, бортист. Трак-драйвер. Ваш аппетитный бар. Крутить. Черт возьми. Тоже бар другой? Я конкретно все меня несет. Я тебе говорю, супчик. Че на две попытки? Да, давай, мы две попытки играем. Где так, где? Пойдет. Поправочка на то, что я скейтер. Ладно, давай нормально. Как так? Твой? Да. Делай. Не тепло в шапке летом? Нормально. Так, мы где? Мы по лайтам пока же, да? Тупо Ионка 5-0. Да Ионка это вообще детский сад. Давай. Нормально. Заснимешь? У меня справа бортвист. Но если я не сделаю это, я сделаю другой. На ходу можно. Чен возьми. Я сделал. Что, нормально руль, что? Да. Он же на нем 10 лет катает. Я всегда даю хорошие гарантии. Если бы руль не выдержал, я бы ему Апекс отдал. Обращайтесь к нему, он продает Апекс руль, пацаны. Очень дешево. 20 евро. Все, 20 евро Апекс руль. Он, кстати, 650 в высоту примерно. С шириной, это, уширяющим барендами, но он сам был чуть резный. Я его ну, почти. Сейчас давай.
Так. Ну а тебе с Decade'ов, пожалуйста. Ладно, окей. Потому что это мой любимый трюк, я с него сломал ногу. Оппозитный. Найс. Тупо спайка. Один раз в жизни пробовал такой. Давай. Ладно, понял, сейчас все будет. Раз пошел полувип, пойдет вип-бар. Оппозитный причем. Смотри, какой красивый. Давай. Ну я буду с нормальным. С этим. Давай. Реально, блин, надо ощущать. Ты потрогай мою колымагу. Ладно, что там? Что, давай черный? Ну давай. Да, блин. Были бы те колеса, я бы сделал. Отвечаю. Так и я тогда. Мой же трик. А, хотя нет, давайте. Давай. Я думаю. Давайте давай. О, я максимально криво сделал. Ну чё? Здравствуйте. Довольны, да? Ну это третий. Я даже пробую, пробую, второй не пробую. Дай-ка я твой попробую. Попробуй. В принципе, не тяжело. Блин, реально прикольная дека, мне нравится. А, ты снимаешь? Мне ну она такая, колымага тяжелая. Да у тебя полегче будет, у тебя полегче ощущается. Она не ощущается вообще. Может из-за руля. Блин. Мне она нравится. 55 где-то. Офигенно. Блин, она мне дико заходит, чел. Хотя по ощущениям 53. Но нога вообще классно стоит. Все, я куплю следующий эту. Скриньте. Опыт Элгрэд на бар. Не. Говно. Если я не закинчу DSI, тогда я... Блин, я не заснял. Ладно. Ротор пью. Я пробую. Уравнять что? На тебе 4? Нет, у меня 3. За ротор хил. А я же сидел. Ты умеешь? Ну, кстати, нормально. О, это было близко. Ладно. Ты можешь ченс здесь? А, мой без ченса. Твой. Твой только штрик был. Мой друг здесь. До свидания. Вы хотите увидеть фингер на 5-0? Да. Ой, я попробую. Давай. Твой? Тём, я твой. Я оставлю. Может, свой фингер? Да. Я не ставил. Сделай чаечку. Трещина. Не. Ладно, пойдет. Давай. Я пятки больше не отбиваю вот с этими кедами. Давай фингер попробуем. Я не сделал, я же оставил. Давайте я фингер тоже. Сейчас поставить 100%. Фингер собираюсь сделать, да? Издевается. Вот как некрасиво трюки нарвать, а? Это точно. Пяточки сохрани, побереги. Побольше ходов возьмешь. Все? Да, это твоя победа, братан. Макс, ничья у вас. У вас ничья. А у меня сколько было? 2 или 3? Два. Вау. Wow.